Всем привет! У меня на YouTube сейчас задали такой вопрос. Нелли, смотри, если мне соседка постоянно дарит какие-то ненужные вещи, или мужу дарят, например, алкоголь, а он не пьет алкоголь, а мне дарят какие-то старые там полотенца, какую-то рухлядь, нафига, ну, типа, оно мне нужно. Отказать я не могу и сказать, типа, не надо, потому что это же неблагодарность. Вот, что с этим делать? На что я говорю, ну, первый вариант, берите, говорите спасибо и отдайте, кто в этом нуждается. Ну, или молча идите, выносите на помойку. Поставьте возле помойки, кто-то заберет. Это не проблема. Но здесь мир вам сигналит, что вы копите разные мусорные, ненужные вещи сами. И, соответственно, чем у вас их больше, тем больше вы их умножаете. Она здесь просто вам уже намекает, эта соседка, прямым текстом, что возьмите дома все вещи, которыми вы не пользуетесь уже давно, там больше полугода, года, то, что лежит, пылится, какие-то сервизы старые. Расхламитесь, отдайте нуждающимся. Может быть, кому-то это нужно. Выставите на Авито бесплатно, там, я не знаю, очень много чатов барахолок. Раздайте вещи, действительно, кому они нужны. Возьмите там по 5 рублей символически, чтобы вещь прижилась. Вот, вам все равно умножится. Все, что вы отдадите, все вам вернется. Но уже новой вещью. А вы просто копите, и соседка вам намекает. Типа, вот, копишь, и я тебе подкину. Есть у тебя дома много хлама, на, еще держи. То есть она просто вам помогает это увидеть. Конечно, можно ей тоже сказать, что нам не нужно, но вы ее расстроите. Зачем вообще лишний раз расстраивать людей? Возьмите и раздайте на Авито. А по поводу алкоголя, так вообще, многие большие деньги тратят на этот алкоголь. Идите, подарите. Все равно, хоть это и отрава, вот, все равно пойдут, потратят денег, а тут хотя бы сэкономят, отдайте этот алкоголь уже кому-нибудь, передарите, и ничего страшного. Скажите спасибо. Но опять же, алкоголь дарят с намеком, что хочется выйти из осознанности в небытие, да, и вот эта подсознательная программа максимально расслабиться говорит нам о том, что обрати на это внимание, то есть, что еще вам сказать по этому поводу. В общем, если нам дарят хлам, это признак того, что мы уже его множим всяческими способами. Плюс это может быть не только материальное, да, но и ментальный хлам здесь в голове. Если дарят алкоголь бесполезно, вы его не пьете, значит, давно намекаетесь, что пора расслабиться. Вот, но найдите экологические способы. В принципе, все, спасибо.